В машине? Ну, да, ну ладно, завтра сюда паспорта дополните, сейчас мы вас запишем. Так, братья приехали очень издалека. Сейчас откуда вы ехали, с какой? С Белгорода? С Белгорода. С Белгорода. С Белгорода, там, где сейчас боевые действия, эти ДРГ всякие, эти ВСУшников, заходят мирных жителей долго. Вот они оттуда приехали, 4000 километров ехали. Вот, они крестились у старообрядцев, у священника старообрядческого прям, да? Конечно. Да, вот, это, ты как-то, брат, это, давай вот так мы сядем, вот так садитесь, ага. Сейчас, да, что это за короткие эти? О, вот так, да? Видно теперь. Плохо видно, да? Я поближе сделаю. Ты вот туда зайди, наверное. Стол это двигаем, давай вот так двигаем стол вперед. Вот так, хорошо. Во, и так вот будет видно, и нас будет видно. Вот. И так как они у нас не были никогда, то вначале исполнитель-наблюдатель или староста должны показать устав о церковной дисциплине наш. 16 пунктов. 16-й пункт последний. Для того, чтобы люди могли в храм зайти и вести себя благочестиво, как это подобает самых первых христианских еще церквей. Как это было. Вот и начинаем со всеми вытекающими пунктами по каждому разделу церковной дисциплины. Итак, первое. Торговля категорически запрещена в храме и в церковной ограде. И это вот Евангелие от Иоанна, от Матфея, когда Христос гнал, сказал, что вертепом разбойников. Шестой Вселенский Собор об этом говорит. Видите, седьмое, шестое, седьмое, пятое правило. Шестое и пятое правило. В храме не разговаривать даже шепотом. Стоглавый Собор говорит. Псалм и Коринфянам 14:34. Про Стоглавый точно прям говорит. 14:38 правило. Стоглавый Собор 1551 год. Дальше третье. Пост строго обязательно для всех христиан оглашенных. Ну, вы уж пост соблюдаете, понятно. Нарушающий пост отлучается от причастия на 2 года. Что это такое, я даже не знаю. Ну, кто-то попадал, наверное, кто нарушает пост. Я, вот, слава богу, не нарушал. Ну, если было когда-то, что, ну, я там... Ну, не только не великие посты, а там среда, пятница бывает, там... Ну, где-то там я, не в городе я никогда, там, когда работал, может, что-то было. Батюшке говоришь, а он там сам же выбирает, что тебе. То есть, ну, нарушение поста, настоящее нарушение поста. Конечно. Не вот такое, что разовое мороженку там взял. Это не об этом речь. А о том, что ты нарушил пост, и вот как этот Никита, который сейчас крестился. Пост проходил, да. Пост там, что-то ведет занятия у кого-то там в храме Евангелия, я там преподаю Евангелие, там все. Пост пишет, пощусь в среду, пятницу, а великий пост постился? Нет. Вообще нет. Ну, первый там день и последний день. Хоть здорово, ребята, живете. Я вот когда слушаю Патриарха, как он проповеди говорит, и думаю, вот любота, а. Вот все можно королю, понимаешь? Что хочешь говорить. Все пройдет. Как говорится, писай в глаза. Ой, божья роса. Как так это все? Это невероятно. Как вот можно вообще вот так жить без совести, без родины, без славы, как говорится. А где отчизна твоя? Где вот это все? Где основы? Это вот сейчас мы говорим, а это вообще ничего не соблюдается в храме. А у нас сейчас все увидите. В алтарь мирянам и женщинам не ходить. Никто не войдет. Свечи только чисто восковые, без малейшей примеси. Свечей не надо, там поставят, там уже у нас есть они восковые, и вот тут перечисление идет. Елей натурально, это чистоты. Вот левитам 10-10, отличай чистого от нечистого. Вот так вот. Елей натуральный, не вазелиновое масло. Стоглавый собор 44-47 правило. То есть лили вазелиновое масло. Что такое? Сделано на жире собак. Там, ну, кого там поймали, животных всяких и так далее. Я думаю, даже не собак, наверное, тогда было, а именно... Нет, нефти-то не было тогда. 1551 год. Это медведи всякие, там, барсуки, я думаю, вытапливали с них. Все это. Технический жир. Да, просто он же оставался, зверей там много добывали тогда, это не как сейчас. Дальше, превозглашенное, оглашенное, изойдите, выходить в притвор, вы крещеные, так что завтра будет оглашенное, изойдите. Вот тут, видите, отлученным за грех, кроме куп настоящих, такие есть куп настоящие. А куп настоящие, это отдельно стоят в храме те, кому батюшка сделал такую эпитиму тайную. Для того, чтобы муж или жена не возревновали, они стоят прям вместе с верными, а на самом деле они под эпитимию, куп настоящие такие. И не причащаются только. Все. Да, стоят. Ну, можно только что к причастию человек не подходит. Ну, об этом не рекомендуется туда входить. В эти. Батюшка есть. И... Ну, все-таки, да. Да, чтобы не было никаких нареканий. На богослужение не опаздывать, не уходить до окончания. Поэтому у нас 7 минут есть. Вот сейчас еще осталось у нас 8 минут до того, как мы зайдем, и все встанут, и все. И там встанем все для молитвы, скажу я. Без 7 минут. И все, и все встанут. Кто может стоять, кто не может. Будут тоже молиться. А опоздавшие верные стоят в притворе, да, совершенно изойдите. Вот там у нас храм, туда дверь и сюда дверь. Вот как зайдете, прямо дверь и вот сюда. Это храм уже. А там это детская комната, это батюшкина келья, это наша, это коридор. А там бойлерная, где стоит печь, и там можно умываться. Там могут дети пописать, если что. Зима когда. Все, а это храм, он освящен. Так, все. Там не разговаривать, ничего не делать. На молитве стоять благоговейно, ноги вместе, не подгибая, не оглядываться, руки не держать сзади, поклоны строго по уставу. Ну, по уставу корабляться. Да, по уставу это вот. Ну, я видел, что хорошо планируется. Мужчинам не носить галстук, женщинам мужской одежды 10-я. Всегда быть в поясе, рубаха на руку, ну это все. Это где говорится про пояса, вот Ефесянам 6, 18. Женщинам, ну помните, там Петр припоясался миром. Женщинам строго платок, волосы совершенно закрыты, руки закрыты до кистей, край платья не выше 10 сантиметров от земли. Никаких украшений, косметики. Вы подготовились, да, уже были в храме. Один крещение совершает только над прошедшими катехизацию, над истинно уверовавшими в Иисуса Христа, ну, Бородецкие соборы святого Павла. Полное троекратное погружение. Вы это все, вы не опоздали, ну, сами крещены. Обливание, мочение и крещение не признаются, и не уверовавшие, не погруженные считаются не крещенными. Батюшка у нас к этому относится очень спокойно, легко, вообще это. Вот это пример, как нужно батюшкам относиться. А то, где тебя там кто-то помазали, покропили, все, крещена. Не был погружен, ну все понятно, батюшка четко. Тебя там где-то помазали, хорошо, мазать не буду. Ну крестить, это, погрузить погружу. Все, это крапление, вот видите, все, и места Писания, и все посты, все правила, все, да, апостольское, все таинства и требы совершенно бесплатно. Да, до вершения. Для неверующих, не совершивших и ни крещения и детей, ни отпевания, ни других требует таинства, не совершаются и места. 6, 96, 7, 8 правило, 1 Вселенский, 2 правило, апостольское, 47, Василия Великого, 1, Новая скрижаль, страница такая-то, поясняет конкретно, почему 365 станет. Кто не знает Новую скрижаль, почитайте, и вы сразу все поймете. Вот сразу все поймете, как прочтете Новую скрижаль. 365, ну там около 500 страниц. Строго и во всем соблюдать главенство мужа при подходе к Христу и при причастии первые, идут первые слова. Ну, видели. 13. Без нужды в 3 воскресных дня к ряду призревшие богослужения отлучают. То есть я не хочу идти. И ты приходишь потом на 4-й раз, тебя спрашивают, что не приходил, а ты должен, ну как христианин сказать, я вот не хотел идти. Все, отлучаешься и будешь стоять в притворе там и так далее, со всеми утекающими под. Не хотел, ну что ж, зато ты искренне, как Георгий, этот Юрий, который юрист говорит, я искренне говорю, что я возьму оружие, пойду убивать за Россию, матушку и так далее. Крестили. Не знаю, батюшка думает, ну что, другого мне не сделать. Все то же самое, в голове бардак. Дальше. Табакокурение, пьянство, градобритие, волшебство, зрелища запрещены. Ну вот это Все понятно, тому покурение, пьянство, бродобритие. Волшебство уже нужно немного пояснять, это экстрасенсорики всякие, вот эти вот облакогонители. А у людей доходит до такого, что мы даже сами не понимаем. Есть колдовство прям истинное и так далее. А вот зрелища запрещены, вот зрелища уже, ну, там все понятно было в свое время, зрелища. Ну, Златоуст, скачки, вот эти вот, все, что деньги вот делают, тотализаторы, ты прям трясешься, чтобы кто-то победил. А у нас сейчас это что, футболы, хоккей, то есть компьютерные. Если ты на это, конечно, посмотрел, ну просто где-то увидел, но это ничего не значит. Если ты в этом участник, то есть ты там сердцем болеешь и так далее, ну, то знай, что тебя захватили зрелище. Не дай бог, ты еще будешь играть в компьютерные игрушки, это вот сейчас самое страшное. Очень многие играют в компьютерные игрушки. Я даже понятия не имею, слава Богу. За порядком в храме наблюдает староста и стражи у дверей. Стражей у нас нету. Староста сейчас отсутствует. За порядком сейчас, ну, есть у нас исполнитель-наблюдательный. Я старший исполнитель-наблюдатель. Сейчас у нас кто еще исполнитель-наблюдатель? Александра Михайловна исполнитель-наблюдатель. Юля, ты не исполнитель у нас? Нет. У нас исполнитель Фрося. Да? Да, Фросиня. И Фросиня, и Лариса Петеримова. Александра Михайловна, она, по-моему, уже нет уже, наверное. И из братьев у нас Пальгуев Николай. И все, по-моему. Пальгуев Николай. Так, после окончания богослужения подойти к незнакомым и вновь пришедшим, оказать внимание, по возможности ответить на вопросы. Все, можно назад, аккуратненько ее подвесить. Все, спаси Христос. Записывать, когда был потом.